сюда занести. И тут их накрывать. Нет. Нельзя, хватит, хватит есть. Она консервы ела собачьи, что ли? Угу. Так, у тебя центр насыщения точно отсутствует. Я вам не могу показать Веронику Георгиевну, но она несколько в неглиже. Поэтому у нас в центре кадра Кити и Сурикен. Ну да. А вот сейчас появится Митти. Это хорошая девочка. Сейчас выйдет отсюда. Вот видите, у нее мося грязная. Она добралась до кошачьего влажного корма. И ее приходится... Мити, ну твою же маму. Вы извините, пожалуйста. Она такая разочарованность, и ее оттащили из рая, вы вытащили. Они теперь уже точно знают, где у нас великий гуру. Где у нас кухня. А, Китти просто тупо спит. Сейчас манеж достану, будут спать тут. Спать. Вот так у нас проходит вечера. И тут она приходит к нам вот это. Ну, естественно. Чертила, не буди их. Мы выяснили, что у чертилы в попе не шило, а турбовентилятор.